Всем привет и с праздниками вас! Не знаю, в честь праздников или нет, но ребята из Дуджи подготовили для нас свежий крутой гаджет. Это Дуджи V20S. Мало того, что этот смарт имеет на борту классные характеристики, так он выглядит просто обалденно. Дуджи V20S – мощный стильный смартфон с достаточно интересными особенностями в главе инновационной технологии. Главная дизайнерская фишка модели – наличие второго дисплея на задней панели возле камер. Небольшой AMOLED-дисплей отображает информацию о пропущенных уведомлениях, времени, да и в целом его наличие здесь оправдано на 100%, ведь подобных смартфонов на рынке сейчас почти нет. Толщина корпуса смартфона небольшая, он очень удобен в руке, при этом характеристики его топовые. На задней панели расположены три камеры, вспышка и дополнительный дисплей. Он стильный, информативный и достойно украшает заднюю часть смартфона. Разрешение дисплея Full HD+, а размер его 1,58 дюйма. Сам же задний дисплей показывает время, дату, заряд батареи, а также можно переключить музыку вперед-назад и увидеть, кто вам звонит. Дисплейчик, как и основной дисплей, защищен стеклом Gorilla Glass, так что точно не бойтесь его поцарапать или разбить. С передней стороны у нас уже дисплей поинтересней. AMOLED-дисплей 6,43 дюйма с 2К разрешением, и таких на рынке единицы. В этом и ценность данной модели. Разрешение дисплея составляет 2400 на 1080 пикселей. Картинка яркая и, само собой, цветопередача здесь одна из лучших среди всех защищенных устройств. Режим мультитач поддерживает до 10 одновременных касаний. Например, можно сделать скриншот, проведя по экрану тремя пальцами. Dudji V20S функционирует на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 700 Octa-Core 2,2 ГГц с искусственным интеллектом и графическим процессором Armali G57MS2. Трехуровневая система охлаждения поможет избегать перегрева, даже если долго играть в энергоемкие игры. Объем памяти Dudji V20S 12 ГБ, который можно программно добавить еще 20 ГБ, так называемый файл подкачки, и получим аж 32 ГБ ОЗУ. Встроенной памяти 256 ГБ, которую можно расширить картой microSD до 2 ТБ. Не знаю, конечно, кому нужно столько памяти в смартфоне. Я на своем ПК не знаю, чем такой объем забить. Но лучше больше памяти, чем меньше. Камера 3. Основная на 50 мегапикселей с искусственным интеллектом. Модуль для ночной съемки на 24 мегапикселя и широкоугольный модуль на 8 мегапикселей. Фронталка, кстати, от Samsung имеет тоже высокие характеристики разрешения и имеет 20 мегапикселей с диафрагмой f2.0. Емкость батареи Dudji V20S 6000 мАч. Этого хватит до 18 дней в режиме ожидания и до 28 часов непрерывного разговора. А если телефон находится в режиме ожидания, то не разряжается около 4 дней. Батарея будет полной за 1,5 часа благодаря поддержке быстрой зарядки 33 Вт. Что же касается защиты, то она, как всегда, на высоте. Смартфон защищен от воды, пыли, падений с 2-метровой высоты и защищен прочным стеклом Gorilla Glass. Работает смартфон на свежем 13-м андроиде. NFC, конечно же, есть. А также может работать на 5G частотах, хотя у нас таких еще и нет. Пишите, как вам устройство, как вам дизайн и его начинка. Повторюсь, что у меня был когда-то смартфон с задним экраном, и функция эта удобная, прикольная и как минимум необычная. Сейчас цена на смартфон будет самая низкая и вкусная, так что если хотели приобрести подобное, то смело можете брать. Тем более, что фирма уже давно известна по всему миру. Ставьте лайк и пишите, как вам гаджет. С праздниками вас, всего хорошего и пока-пока, увидимся.